Мароллер против боли в спине. Часть первая. Я работаю массажистом и инструктором по йоге. И по роду своей деятельности мне постоянно приходится сталкиваться с различными болями в спине у моих учеников и клиентов. Мы работаем с телом и, в частности, занимаемся улучшением осанки и снятием спазмов и мышечных зажимов в спине и, в общем, со всем, что ограничивает подвижность и гибкость. В большинстве случаев у людей грудные кифозы с различными болями в грудном отделе, плоская или с повышенным прогибом поясницы и так далее. И сейчас я хочу показать вам самый эффективный инструмент, который я когда-либо использовал, работая с различными болями в спине. В прошлом видео я рассказывал о фоам-роллерах, роликах из пены, и если вам удалось позаниматься на них, то наверняка вы убедились в их эффективности. Но сейчас я покажу вам кое-что посерьезнее. Это Ма-роллер. Пишется как Ма-роллер. Как вы понимаете, я не представляю интерес этой компании, я лишь делюсь своим опытом, потому что считаю, что это лучший инструмент для самомассажа, который должен быть у каждого. Он стоит примерно $40. Сделан из дерева. И вот здесь у него два выступа. Эти выступы входят в мышцы разгибателя спины. Это те длинные мощные жгуты мышц, которые проходят вдоль позвоночника по обеим сторонам. Вот здесь. От таза до самой шеи. Эти выступы делают глубокий массаж этих мышц. Если бы вы пришли ко мне на шиатсу-массаж, то я использовал бы свои локти, чтобы делать то, что делает Ма-роллер. Разница в том, что вам не нужно ходить на массаж. Достаточно иметь эту штуку у себя дома. Вы просто ложитесь на пол и, не задерживая дыхание, позволяете этим выступам утопать в ваших мышцах. Вы лежите, расслабляетесь и позволяете гравитации вдавливать мышцы вашей спины прямо вот сюда. Вы можете лежать на нем сколько захотите, до тех пор, пока не почувствуете, что боль ушла и спазм прошел. Итак, это наш Ма-роллер. Вы кладете его на пол. И сейчас я покажу, как использовать его, например, при болях в пояснице. Это самый легкий способ начать. Для начала я размещаю ролик у себя под поясницей. Обратите внимание, что я поддерживаю себя локтями, мои колени согнуты. И я начинаю потихоньку ерзать из стороны в сторону, чтобы почувствовать и обнаружить точки напряжения в мышцах. И затем медленно укладываюсь на пол. Я по-прежнему держу ноги согнутыми, потому что чем больше я вытягиваю ноги, тем сильнее давление на мышцы. И затем продолжаю ерзать из стороны в сторону. Я чувствую, как Ма-роллер давит на мышцы. Он немного ушел в сторону, поэтому я отцентрую его и сдвину немного вправо и вверх, так, чтобы нагрузка приходилась строго вертикально. И сейчас, когда я чувствую баланс, я начинаю дышать носом. И с каждым выдохом я позволяю роллеру тонуть все глубже и глубже в моих мышцах. Если вы чувствуете излишнее напряжение, вы можете подтянуть стопы ближе к ягодицам. Это позволит вам поднять таз и оторвать спину от массажера. Теперь я могу поправить его положение. Например, перекатить наверх или вниз, или в сторону, в зависимости от того, где у меня напряженные участки. Но ноги по-прежнему держу согнутыми, дышу носом. Делаю большой вдох и выдыхаю. Прямо вот так. Я прямо ощущаю, как напряжение рассасывается. Мышцы становятся мягче.
Хочу еще раз повторить, что мароллер можно использовать в любой части спины, но пока я показываю только на пояснице, так как это самый простой способ научить людей им пользоваться. Мои колени согнуты. Когда я буду готов встать с роллера, через 5 минут, или, например, когда я почувствую, что достаточно, я просто приподниму таз, уберу роллер и немного полежу. Если у вас есть хронические заболевания или сложные случаи со спиной, например, грыжи, я не рекомендую вам использовать этот инструмент. Еще раз хочу сказать, что это неоплаченная реклама. Я не получаю никаких денег за продажу этих штук и не даю никаких ссылок, где вы можете приобрести их. Но я очень-очень рекомендую вам попробовать. Увидимся в моем следующем видео. Заходите на мой сайт robertgardnerwellness.com. Мароллер должен быть у каждого.